İyulun 21-də Rus işğalçıları ilə döyüşdə həyatını itirən Azərbaycanlı teleaparıcı Kərim Qulamovla vida mərasimi keçirilib. O, bir neçə gün əvvəl Donetsk istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Kərimin vida mərasimində onun döyüş yoldaşları, Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar və həmçinin diaspora nümayəndələri də iştirak edib. Atası azərbaycanlı olan Kərim Qulamov Obuxovda anadan olub, İrpində daimi yaşayıb. Kərim 2018-2021-ci illərdə M2 kanalında hərbi hit paradı verilişinin aparıcısı olub. O həm də 73-cü xüsusi əməliyyat mərkəzində xidmət edib. Müharibənin ilk günlərindən o, Ukraynanı Rus işğalçılarından müdafiə etmək üçün Ukrayna silahlı qüvvələrinə qoşulub. İyulun 26-sında onun 35 yaşı tamam olmalı idi. Kərimlə vidalaşmağa gələn hərbiçi yoldaşlarının həyat yoldaşlarıdır bu gün vida mərasiminə gəliblər. На жаль, Бог забирає найкраще. Це дуже тяжко, це для нас дуже велика втрата, чесно. Вибачте, не можна. Если можно, пару слов тоже. Дякую. Анасы да, анасы. Вот мама. Примите наши соболезнования. Мы азербайджанцы, мы его не знали, да? Только вот узнали, Эльшангалин Яхтыр. Эти люди, наши земляки азербайджанцы, мы узнали очень соболезнования. Вам тоже благодарны, что вы вырастили такого сына. Тут небольшая помощь. Это у нас обычай такой. Вы должны взять, пожалуйста. Сами знаете, куда потратить. Это герой не только Украины, также герой нашего народа, азербайджанского народа. И для нас большая почесть, что мы сегодня тут присутствуем, но, к сожалению, мы потеряли хорошего человека, которого мы не видели, не знали. Мы только в средствах массовой информации прочитали и не смогли познакомиться. Вам желаю терпения, дорогая. Земля будет меньше. Я вчера прочитал, что он в 6 дней не дожил до своего 35-летия. На жаль, наши брати молодые, не дуже казати. Вони знають, що це не але це наша незалежність. На жаль, це саме хоче. Він таки саме за нього допомогти. Я думаю, що він для нас, вони не помирають. Вони він для нас герой, а герой не помирає. Вони вище нас, вони зверху на нас як Ахтус. Тому тримайся, будь ласка, такої думати, героїв, тому що за героїв не хочуть. Справжні. Дякую вам. Дякую. Пальдень. Дякую. Крепитесь, ничем никто не сможет помочь, но он остался в истории украинского народа и в истории азербайджанского народа. Он воевал, мы знаем, что и за эту страну, и за свою родину, потому что это был общий враг. Пусть проклят будет этот враг, который нанес столько несчастья этому народу, этой земле. И мы гордимся, что есть такие сыновья украинского народа и азербайджанского, которые не оставили свою родину и до конца воевали. Царство небесное, Аллах рахмет эйлесин. Извините. Аллах рахмет эйлесин.
Что могу сказать о Кариме? Карим прекрасный человек, прекрасный спортсмен. Он по жизни всегда был веселый, активный, дружелюбный. Это душа компании всегда был. Это человек, оркестр. Он прекрасный был ведущий телеканала М1. Я имел честь тренировать его. Он выступал от имени моего клуба. У нас были победы, у нас были проигрыши. Но я его помню как человека, который готов идти до конца. И так оно и случилось. Это Аллай, прекрасный воин, это прекрасный шире души человек. И представьте себя, пожалуйста. Меня зовут Альберт Кортес. Я был его тренером по смешанным боевым искусствам. Дякую. Это азербайджанский телевидение. Канал 13. Вот. Про Карима, пожалуйста, расскажите, как знали. С Каримом знаем с 15-го года. Познайомились на війні, в лісі, які має бути. Я вже втретє кажу, ну вже просто, і я не втомлюся повторювати, що це лев з прекрасним, добрим серцем. Це воїн, це друг, це людина з великої букви. З 14-го, так, коли ви? З 15-го. 15-го воювали, так. Мені приємно, що, ну, хоча Карим народився в Україні, він етнічний азербайджанець, я пишаюсь тим, що, ну, побільше таких азербайджанців, як Карим.
Ну, якось так. Дякую вам. Його батько зарпечений. Тоже надо. Пожалуйста. Девченко Евгений. Карима я знаю. С 18 года мы с ним так получилось. Мы с ним вместе учились на курсах по ДИСИ. Мы там с ним познакомились. Сложились очень теплые отношения как-то. И буквально вот за 3 недели до этого трагического случая я с ним общался. Мы созвонились как-то. Я ему говорю, где ты? Он говорит, брат, говорит, а где я могу быть? Я говорю, конечно, на войне был. Человек был с очень хорошим чувством юмора, всегда такой был позитивный, всегда веселый был. И при всем при этом всегда любил, как-то очень любил Украину. Очень любил Украину. Я в этом отношении его очень обожал, потому что он был таким патриотом самым настоящим. Он говорит, ты же понимаешь, что у меня другого выбора нету, когда началось, я только буду воевать за страну. Буду воевать до последнего. Очень жаль, что оно так произошло. Очень жаль, конечно, что, к сожалению, всегда война забирает лучших. Как-то. И вот до сих пор не могу поверить в то, что его нет. Просто, да. Просто невозможно. Аллах на террасе. Аллах на террасе. Biz Ukrayna torpağında, Ukraynanın azadlığı uğrunda, onun müstəqilliyi uğrunda canından keçən daha bir şəhidimiz, Azərbaycan mənşəli daha bir şəhidimizlə vidalaşdıq, onu dəfnlədik. Və bu bizim sayca ondan keçmiş artıq Azərbaycanlı şəhidimizdir. Azərbaycan mənşəli, Azərbaycan köklü Ukrayna vətəndaşı olan şəhidimizdir. Və hamı şahid oldu ki, yəni Ukrayna xalqının münasibətini, həmin bu döyüşçü qardaşımıza, qəhrəman qardaşımıza olan münasibəti, hamı gördü ki, yəni Ukrayna xalqının münasibəti necə də qəhrəmana qarşı istəyir, onu şəhid kimi qəbul edir, onu qəhrəman kimi qəbul edir. Və bu təkcə Azərbaycan xalqına yox, Tatarlar keçirilən başqa millətlərə də daha aiddir. Və öz xalqına da, əlbəttə ki, öz xalqına da. Və ona görə də yəni bu müstəqillik, bu birlik, bu əzm, bu xalqı qələbəyə doğru aparır və inşallah Ukrayna mütləq qələbə çalacaq. O buna minnətdar deyə bilər. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Hepsinə Emir Allah başları sağ olsun. Allahın rəhmətində olsun. Allah rəhmət eləsin. Ümumən savaş haqqında. Savaş şimdi böyle bir daha sezilmeyen şekilde, çünkü savaş gidiyor ama Rusya'nın potansiyeli çok büyük. Ukrayna ordusunun ve Ukrayna milletinin ise çok büyük cesaretliği ve birliği. Ve o sebepten şimdi burada hangisi önemli? Silah mı? Ya da irade, birlik ve vatanga, toprağa sevimlik. İşte Ukrayna milletinin ruhu çok böyle yüksek ve batı taraftan gelgen silahlarının inşallah Rusya'yı yenecek. Burada hiçbirisinin şüphesi yoktur. Bizim Kırım Tatarların çok en büyük ümidi işte bu Rusya-Ukrayna'nın savaşının sonu, Kırım'ın azat edilmesi. İnşallah. İşte onu, ona biz de çalışıyoruz ve çok arkadaşlarımız Ukrayna, esas Ukrayna'daki olan bütün erkeklerimiz şimdi savaştalar. Beraberlikte Azerbaycanlılar, Kırım Tatarları, Çeçen kardeşlerimiz, hepimiz şimdi bu pis Rus işgalcilerine karşı savaşıyoruz. İnşallah yenecek. İnşallah. Teşekkürler. Ne diyebiliriz kardeş? Biz burada öz kahramanımızı bir gün dəfn elədik. Azerbaycanlı kahramanı Kerim Bey'i. Biz uzun illerdir burada yaşayırıq. Burada səmimi bizi kabul edirlər. Biz burada yaşamışıq, hayatımızı devam eləmişik. Ondan başka burada bu ölkədə bizim bir köklərimiz de var. Kırım Tatarları köklü halk yaşayır. Biz hamımız burada hayatımızı devam edirdi. Ama hayat elə gətirdi ki, bura bir bela geldi. Rusya bura bədbəxtçilik gətirdi, uçurum gətirdi, zulüm gətirdi.
Və bugün de artık 10. Azərbaycanlı qəhrəman oğlanı biz dəfn edirik, itirdi elə bir insanları. Biz fəxr edirik ki, bizim Azərbaycanlar həm öz vətənində, həm Ukraynada özlərini qəhrəman kimi görsədə bildilər. Biz doğrudan da tarixə düşdük qəhrəman millət kimi. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ukrayna. Təşəkkür edirəm.